Нравится снежок, да, Линда? Вкусный? Ай, какой вкусный снежочек. Какое серое небо. Все, как мы с тобой любим, да, Линда? Где вкусный снежок, Линдусь? А где палочка? Линдусик. Да, вкусно, скажи. Вкусно, скажи, маленький. Еще темно даже, можно сказать. Свет мало у кого горит. Привет, свети на роже. Сонная и пухшая. Хочем гулять вон за тот лесочек, который самый дальний слева, где две вышки стоят. Оттуда я снимаю вам все видео ветреные свои. Но сегодня утром мы сегодня туда не пойдем. Вот. Там уже, кстати, ну, это уже конец Костромы. Это уже не Кострома. Ну, а там наш райончик. Да, Линдусь? Кто пес-пылесос? Пес-снегопылесос. Лин, а что землю-то копать? Здрасте. Малыш. Гуляй. Гуляй, гуляй, гуляй. Что такая пассивная ты, Линдусь? Пассивная с утра. Кофе не пила, да, Линда? Кофе собакам кофе. Это вообще, наверное, странно. А люди без кофе не могут. Светлана Олеговна Матрешка. Идем, идем, малыш. Вообще сегодня очень красиво. Тихо и ветра нету. Что немаловажно. Единственное, что меня останавливает в покупке второй собаки в Москве, это отсутствие в Москве, в моем районе, вот такого поля. Здесь просто раздолье для любой собаки. Ну, посмотрите, как много места. Просто кайф. В Москве вот таких просторов, чтобы просто побегать, даже размять косточки. Надо голову занимать. Что-то придумывать, выдумывать. А здесь прям... Ты что, тут набегалась, что ли, мать? Кушать пойдем домой. Ты ж не кушала еще, да? Красавица. Ну, пойдем домой сейчас. Пойдем домой, Линдусик. Сидеть нельзя. 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 Сидеть. Можно. Кушай, кушай. Вкусно. Ты же любишь, кушь, можно. Ладно, не буду. Стесняешься? Так, надо как-то сесть, чтобы нам было все видно. Ребята, сейчас на самом деле мне пришлось включить искусственный свет, потому что на улице еще темно, как ни странно, хотя уже, наверное, часов 9. А вообще, о чем я? Доброе утро, друзья, доброе субботнее утро. Давайте вместе просыпаться, вместе пить кофе. Я очень надеюсь, что этот ролик выйдет хотя бы до 12 часов дня, потому что мне нужно его смонтировать, склеить, подправить звук. В общем, чтобы было все красиво, я решила снимать эти ролики не просто на кухне с сонным чичелом, но чтобы это смотрелось как-то красиво. Вот, друзья. А вообще, мое лицо видно? Давайте я немножко... лучше, да? Друзья, субботнее утро, Лиси сериал номер 3 уже, наверное, да, продолжается. Почему такая? Что происходит? Я сегодня решила, ну, помимо того, что я показала вам, как начинается мое такое типичное субботнее утро, да и вообще, наверное, любое другое утро, показала вам некоторые кадры сонной, безлюдной, совершенно пасмурной Костромы. И она выглядит, на самом деле, очень сейчас красиво. Мне нравится, потому что снежочек, вся вот эта грязь немножко припорошилась. Мне правда очень нравится. Друзья, я сегодня решила рассказать вам некоторые такие маленькие заметочки, какие-то итоги, что я прожила, скажем так, на этой неделе. Иногда они будут иметь совершенно шуточный смысл. А иногда и более серьезные. Окей, ладно, дети, проснулись. Если вы можете видеть, у меня... тарелочка стоит. У меня там булгурчик. Булгурчик с чесночным маслом, с черным перчиком.
и соевым соусом. Вообще обожаю булгур, но сегодня я хочу начать с кофе. С первого глоточка. Боже, какой же он вкусный. Все-таки лаваза или лаваца, как правильно считается, итальянский кофе. Нереально вкусный, вот именно молотый. Потому что я здесь пью только молотый кофе. Вы знаете, у меня нет турки, но он действительно вот по вкусу словно это свежемолотые зерна. Очень насыщенный, очень такой, вы знаете, яркий, не пустой вкус. Никаких пустот в нем нету. Наверное, мне кажется, если его прям хорошенечко так заварить правильно, то получился бы неплохой эспрессо. Ну, так, ребята, я не знаю, что мне с губами, поэтому я пью кофе. Возможно, я буду с кофейными чешуйками, господи, чешуйками. Кофейные гущи на губах, как это было в моем первом видео. Вы не видели? Вот вы наверняка не заметили. У меня там больше половины видео я сидела с коричневым пятном на верхней губе. Вообще капец. Ну и начать я сегодня хочу с того, что я вчера ужасно почувствовала себя... плохо. Не знаю почему, возможно, я переохладилась, хотя одеваюсь я здесь очень тепло. Но в Костроме, на самом деле, такие жуткие-жуткие ветра. Ребята, почему? Но в Костроме настолько жуткий ветер, что он просто пронизывает тебя вот насквозь, как бы это тепло не было одето. Вы видели, ребята, как я тепло одеваюсь? Как я вся укутываюсь, это шерстяной платок, сверху капюшон, но у меня, в принципе, ничего не может продуть. Мне прям не нравится, как вы меня видите. Я вчера решила сделать хардкорное такое средство. Ну, типа, да, бывает так, когда ты чувствуешь, что у тебя что-то с горлом там першит и начинает как-то больно глотать, то ты просто начинаешь литрами хлестать чай какой-нибудь горячий в надежде, что все само пройдет. Вот я решила так же сделать. Я заварила зеленый чай и добавила туда бадьян, ну, то бишь анис, целую звездочку плюхнула, дофига корицы, черного перца и кардамона. И получилось так, как будто я вообще по вкусу пью одни специи, потому что зеленый чай был настолько такой нежный, вообще совершенно незаметный вкус. Вы слышите, ребята, это слоны мои бегают, да, сверху. Проснулись. Вот. И я выпила две чашки, легла спать. Чувствовала себя, конечно, не очень, спала как-то плохо, но утром. Какой-то дискомфорт есть вот здесь, в горле, но в целом, мне кажется, стало получше. Поэтому, друзья, если вы вдруг это, того-то чувствуете. Знаете, я бы просто посоветовала бы вам, чтобы это было более вкусно и как-то интересно, взять какой-нибудь черный чай, например, с бергамотом. Или ройбуш. Мне кажется, ройбуш вообще идеально подошел. Вот все эти специи тоже добавить. И еще меда ложечку. Просто вообще супер. Это как такой, знаете, чайный глинтвейн получится. Я сегодня, может быть, хожу в магазин, куплю какой-нибудь вкусный чай, а пока выпью кофе. Видите, мы немножко разгоняемся, и к серьезным темам мы подойдем очень плавно. Реально, просто неужели дети так бегают громко? Капец. Дальше, друзья. Что еще интересного? А, я хотела вам рассказать про вообще ситуацию. Помните, я вам говорила, что я типа на самоизоляции была? Когда? В четверг, да? В четверг это было. Потому что на улице просто прошел ледяной дождь. И просто каток. И все катались. И я не смогла гулять с Линдой. Я не смогла ее держать на поводке. И мне пришлось ее отпустить, бегать по двору. Ну, невозможно. Линда, в принципе, ну как, она не сильно тянет. То есть я справляюсь с этим всем. Но даже малейший какой-то потяг, я просто падала. Я вышла на порожек подъезда, я вот просто поехала. Путешествие. На своих ботинках. Отличное транспортное средство, на самом деле. И вчера я прочитала то, что в Москве было более 100 случаев переломов из-за этого. То есть травмпункты были заполнены. Не знаю, как в других городах, я читала именно по Москве. Ну вы прикиньте, это все реально серьезно. И я. Ты что, не ау-то? И это все действительно серьезно. И думаю, блин, хорошо, что я сидела дома, потому что мало ли что. На самом деле, мне как бы жалко пенсионеров, не знаю, работающих пенсионеров или людей, которые вынуждены пожилых куда-то ходить. Потому что одно дело, если упадет ребенок, ну даже если упадет взрослый, но все равно, даже если он что-то себе переломает,
У него все-таки организм более молодой, и он будет лучше восстанавливаться, в отличие от пожилого человека. Если там, конечно, яйка бедра сломается, то это очень-очень все серьезно. Ну и да, единственное, что можно пожелать нашим российским городам, это платить больше денег сотрудникам ЖКХ, чтобы они мотивировались работать. И хотя бы песочком, я уже не говорю о реагентах, я против реагентов, на самом деле, у меня собака. Вот, и ботинки портят, сапоги. Вот, так что лучше песочек, старый добрый песочек, и все. Ну хотя бы этот минимум, он уже спасет много жизней человеческих. Да, ЖКХшники спасают человеческие жизни, это правда. Дитя тьмы. Вы смотрели Омена? Вот, вы знаете, я была бы рада, если там жил бы Омен, потому что он был тихий, спокойный мальчик. Пусть дьявол, но все равно тихий, спокойный и себе на уме. А это я не знаю. Я не знаю. Вот так они весь день орут, кстати. И они почти не гуляют, кстати. Очень мало гуляют. Ладно, поехали дальше. Ребята, йога и медитация. Хотела затронуть тему, то что на этой неделе, немножко на прошлой, я стала больше заниматься йогой и медитацией. И вы не поверите, но я... Это очень странно звучит, но я человек-деревяшка. Я очень деревянный человек. И в отличие от, скажем так, моей сестры, привет, Саша, которая может не заниматься, но у нее от природы нормальная растяжка. И она может чуть-чуть там попрактиковаться, и там, не знаю, шпагат сядет, точно я знаю. А чтобы мне там что-то такое из себя выпендрить, мне нужно месяцы просто заниматься. Но как минимум постоянно и регулярно. И вот вчера я, ребята, занималась, просто я хочу немножко похвастаться. Ну, в общем, вы знаете упражнение, когда ноги типа вот так делаешь и нагибаешься вперед. И мне удалось положить и грудь, и живот прям на пол, прям целиком. И мне было совершенно не больно, и довольно-таки комфортно. И это было, наверное, впервые в жизни. На самом деле, ну, как бы я в той или иной степени проделывала это упражнение с подобным успехом. Но я испытывала жуткую боль, мне хотелось прекратить эту асану. А в этот раз я просто так легла, расслабилась, мне так хорошо стало. Мне кажется, я даже потом, мне что-то на телефон пришло, я в этой позе что-то там отвечала на телефон, то есть, вы представляете. И как все-таки после йоги ты хорошо себя ощущаешь? Как будто ты принял прохладный душ, как будто ты выпил чайничек, я не знаю, мятного прохладного чая. Прям очень... интересные ощущения после йоги, не такие, как после пробежки, как после силовой тренировки. Это совершенно другие ощущения. О боже, кофе. Утром, в субботу, ребята. Вот этой Линды здесь нет, она в прихожей отдыхает, лежит. Ну, устала поди с утра такую пробежечку. Так, что еще? Продолжим. У меня здесь несколько таких пунктиков осталось. А еще по поводу немножко... съемок и моей работы на канале, я решила, знаете, не каждый тупо день снимать, вот. Но иногда видео выходит каждый день, но только это только потому, что у меня есть вдохновение. Я решила, знаете, воспитать в себе чувство вдохновения, скажем так. То есть если я ощущаю в себе вот этот вот такой порыв творческий, то я должна его уловить, я должна его направить в правильное русло и выдать вам продукт. Но не делать это насильно, потому что я заметила, что да, если я делаю насильно, там, по графику, я должна выпустить 2-3 видео в неделю, да. И если у меня вдохновения нет, а я все равно должна снимать, я сижу перед камерой, тык-мык, и что-то вообще все. И типа, оттарабанила, выложила, все, забыла. Вот. И я так не хочу делать, я решила вот воспитать в себе вот это чувство, острое чувство вдохновения, то снимать только когда вот когда я хочу отдавать. Это не просто тарабанить, скажем так. Такая маленькая моя цель. Дальше. Ну, про самый вкусный молотый кофе. Именно молотый я вам сказала. Это итальянская лавацца. Детское вино. Детское вино. Ребята, я подсела эту неделю на детское вино. Ну, как детское. Винишко в таких маленьких бутылочках. Оно бывает и красное, и белое, в принципе, везде продается. Но оно не всегда вкусное, но я открыла себя 2 вкусных винишка. И это круто, это очень вкусно.
И вот такие две маленькие бутылочки я позволяю себе выпить 2 раза в неделю. Это примерно в одной бутылочке 2 бокала. Ну, то есть получается 4 бокала в неделю. Ну, как-то так. Я на самом деле вчера планировала снять вам алкофеаноч, но опять-таки, да, я вчера плохо себя чувствовала, першила в горле, я как-то, не знаю, рано... Ой, Линда пришла. Рано легла спать, и даже свое детское вино я не выпила. Вот, поэтому, возможно, если у меня сегодня будет настроение, я сегодня еще сниму вам алкофеаноч. Ребята, так, давайте так, чтобы было как-то интересно. Напишите внизу какие-нибудь темки, которые вы хотите обсудить на алкофеаноче со мной. Я вам их обсужу, мы посидим, поговорим. И, в общем, приятно проведем время. Да, друзья, я знаю, вы оставляли мне запросы и в Инстаграме, и на Ютубе, я все это помню. Я все учитываю, ребята, поэтому если ваш запрос остался без ответа, это только потому, что он планируется и он будет. Потому что меня просили рассказать про псевдонимы, про фильмы ужасов, это все будет. Ребята, это очень такие важные для меня темы, просто к очень важным для меня видео я подхожу ответственно. А такие, знаете, легкие, расслабленные, типа как сейчас, я могу позволить себе выпускать не так, скажем так, ну не то чтобы безответственно, но без такой серьезной глубокой подготовки. Я хотела вам рассказать историю. Я вчера гуляла с Линдой. Ну да, вторая собака, все мои мысли об этом, но не суть. И я познакомилась с дяденькой, и у него был щенок метис-овчарки, скорее всего, метис-овчарки и лайки. И он всю жизнь держал немецких овчарок. Вот, и он такие мне просто дал очень хорошие жизненные советы именно в плане выбора собаки. Прям вообще в тему. Вот в тему для меня. И, не знаю, у меня какое-то очень светлое чувство осталось от этой прогулки, от этого разговора. И собачка эта настолько адекватная, ей 4 месяца, она еще совсем маленькая. Они с Линдой еще так классно поиграли, хотя она была девочка того же пола. И вы бы видели вот такие мелочи милые. Вот Линда копает снег, ищет снежочки. И этот щеночек подходит к ней, такой смотрит, что она делает, и тоже начинает копать, есть снег, и тоже лапы эти снежки раскидывать. Это было так мило. Знаете, как она училась у нее, что ли? И это очень большая редкость для нас, потому что очень, очень трудно найти собаку, единомышленника, адекватную, с которой можно пообщаться, поиграть. Ну, во многом, конечно, это и размер имеет значение, и пол, и психика собаки, ее воспитание, там, уровень зооагрессии и так далее. Но в этом случае я смотрела, и это было так мило, ребята. Она так мило смотрела на Линду, прям, знаете, как на взрослую опытную собаку. А Линда сама еще в душе ребенок, да, ей 6 лет, взрослая, блин, леди. А все равно в душе еще маленький щенок. Это было вообще просто так забавно. Типа 2 больших таких. Один большой щенок, другой маленький щенок. И маленький все равно учится у больших. Я рассказала, что если ты хочешь беспроблемную собаку, которая умная, хорошо воспитывает, с которой потом в будущем не будет никаких проблем, то бери служебную собаку. И всякие вот эти вот независимые рабочие собаки, там те же хаски, которые имеют на все свое мнение, которые... самостоятельно, да, некоторые люди, например, наоборот, предпочитают собак независимых, например, таких, не одиночек, а именно, которые умеют принимать свои решения, которые, ну, не то, что не нуждаются в хозяине, ну, да, вот те же хаски, рабочие собаки. Очень многие охранные собаки, сторожевые собаки привыкли иметь свое мнение, потому что у них сама профессия закладывает их в природу. Если они охраняют участок, и вдруг кто-нибудь залезет, они вынуждены без команды хозяина что-то предпринимать. Ну, понимаете. Вот. Но дяденька рассказал, что да, если ты хочешь беспроблемную собаку, интеллектуальную, которую легко дрессировать, он своего немца дрессировал сам. И вообще, идеальная собака. Просто идеальная. И еще такую вещь сказал, что если собака агрессивная, ну вот, например, вы взяли щенка, и он начинает уже расти агрессивно. Да, это, скорее всего, не потому, что вы взяли его... Да, это, скорее всего, не потому, что вы его так воспитали, а потому что это вина родителей, ну, как вина, кровь родительская играет. И вот, вот первые 2 месяца жизни щенка имеют вообще колоссальное значение для закладывания психики в собаке. Поэтому это очень важно. Потому что если какую-то травму щенок моральную получил, или еще что-то, или его... могли хвалить за проявление агрессии, лая, все это в будущем аукнется. Также, если вам не нужна охранная собака, которая будет там
агрессивно вести себя в отношении живых существ. Ни в коем случае нельзя, да, хвалить, поощрять агрессию, провоцировать собаку на агрессию, иначе вы потом будете с этим страдать. Ну, в том случае, если вам это не нужно. А, да, городскому человеку, живущему в квартире, у которого обычная городская, скажем так, собака, компаньон для жизни, ну, зачем, да? Вот, и просто, ребята, очень трудно найти действительно собачников вот на твоей волне. И поэтому я об этом так рассказываю. Мы часто сталкиваемся с другими владельцами собак, ну вот как таковой, вы знаете, ну вот на одной волне, да. Словили одну волну, скажем так. Ну и понятно, потому что у него овчарки, у меня овчарка. Лина тоже как бы служебная собака. Другое дело, что она не обладает типичными немецкими овчарочьими качествами, но этот дяденька сказал, что наоборот хорошо, что она не агрессивная, что она там не лает, не кусается. Это наоборот хорошо, и это нужно ценить. Вот. Так что вот, хотела вам очень рассказать об этом. Ну что, друзья, а еще вот последний момент, это вот такой более серьезный. Глотну. А, ребята, вы заметили, кстати, что мои соседи, они прям за мной перебегают? Когда я снимаю на кухне, они на кухне. Когда я снимаю здесь, они надо мной. А, этот пункт, он, ну, частично, наверное, дублирует мысль, которую я пыталась донести до вас в предыдущих двух роликах. А, да, вторая часть тоже выйдет сегодня, ребята. Сегодня вечером, кайфу. Так. Планировать свои выходные, да. Это на самом деле имеет большое значение, потому что если мы не планируем свои выходные, свой отдых, свой досуг, то мы зависаем в интернете. Мы сидим на ютубчике или играем в что-то, тупо, в общем, тратим свое время непонятно на что. Это важно особенно вот сейчас, потому что погода такая, вот такая, да. Я, например, вот в такую погоду не могу очень долго гулять с собакой, да, потому что, во-первых, скользко, сильный ветер. Я говорю, сколько бы ты ни укутывался, ты все равно можешь простудиться, как это ни странно, вот как со мной это вчера было. Вот, и планировать свои выходные обязательно, обязательно. Вот прям вот что конкретно, какие дела вы должны сделать, которые не касаются интернета вообще. Вот, например, сегодня я... Ну, я, конечно, буду заходить в интернет, чтобы написать статью или чтобы выложить вам этот ролик, но просто сидеть тупо там на Ютубе или читать новости, я этим заниматься сегодня не буду. Хотя, конечно, очень хочется погулять, чтобы не слышать всего вот этого шума, вора, гамма. А, еще я себе внесла план, ребята. Я живу вот сейчас в Костроме, и так как я уже очень скоро буду уезжать, у меня уже ностальгия по этому месту, на самом деле. Есть очень много всяких книг интересных. Я очень хочу почитать здесь книги о живописи. Я обожаю, на самом деле, книги о живописи, хотя я очень мало, ну, как бы, разбираюсь в ней. И первым таким толчком к этому интересу послужила книга, которую мне дала почитать бабушка моего мужа. Это была книга... Там было про Иеронима Босха, про... Боже, как же его забыла... Я забыла, как... Забыла еще два художника, тоже работающих примерно вот в этом же стиле. Забыла, друзья. Мне очень стыдно, но я забыла. Брейгель и еще кто-то. Брейгель мне, кстати, очень нравится. И там, ну, помимо вот этих красивых картинок, картин, рассказывалось о жизни писателей. Ой, писателей, боже, все. О жизни этих художников, о том, какое значение несут эти работы. Блин. Я вообще человек, ничего не понимающий в живописи. Я настолько прониклась всем этим. Мне так это понравилось. И здесь действительно много книг о живописи. Таких красивых, больших, с такими большими-большими красивыми фотографиями. И что-то я решила. Такой на улице снег, пасмурно. Я сделаю себе еще чашечку кофеёчка. Или, может быть, свою винишко открою. Может быть, сделать алкопяныч вот с этими книжками и с вином? Как вы считаете? Как вы считаете, ребята, блин? Может быть, интересно получилось, а может, нет. Ну, я попробую, может быть. И что-то прям захотелось эти книжечки красивые полистать. Вот. Так что, друзья, я очень хочу съесть свою кашу. Скажу я вам. Потому что она уже, скорее всего, остыла. Она стоит, ждет меня, палит меня. Так что, ребят, я желаю вам замечательной субботы, приятной субботы. И чтобы вы ни в коем случае никогда не печалились по поводу погоды за окном. Потому что счастье и любовь, они все равно находятся внутри нас. Я об этом буду часто вам повторять, и для себя в том числе.
Вот. И все, до встречи в следующих видео. Пейте вкусные напитки. Балуйте себя вкусными напитками. Не нужно пить всякое пойло, пожалуйста. Потому что я купила как-то невкусный этот белорусский кофе. И после чашки этого напитка даже настроение ухудшалось. Вот. А после итальянского как-то внутри расцветаешь. Так, все, друзья, заканчиваем. Все. Пока-пока. Скоро увидимся. Пошла монтировать этот ролик и слушать своих соседей. Все. Пока-пока.